Большое спасибо, уважаемые. К сожалению, нашу готовность к конструктивному взаимодействию некоторые поняли превратно. Поняли как покорность, как согласие на то, что новый порядок будет строиться теми, кто провозгласил себя победителями в холодной войне. По сути, как признание, что Россия готова следовать в чужом фарватере, готова руководствоваться не своими собственными национальными интересами, а чужими интересами. Его не мотивировали. Не к бездушному. Все эти годы мы не раз предупреждали, такой подход ведет не просто в тупик, он чреват нарастанием угрозы военного конфликта. Но слушать и слышать нас никто не собирался, никто не хотел. США и их сателлиты твердо взяли курс на гегемонию, военную, политическую, экономическую, культурную, даже морально-нравственную, ценностную. Нам с самого начала было понятно, что попытки установить монополию обречены на провал. Мир слишком сложен и многообразен, чтобы его можно было подчинить одной схеме. Пусть даже за ней и стоит мощь, огромная мощь на Западе, накопленная веками колониальной политики. Хотим прийти. И такое понимание. Был момент, когда ваш покорный слуга просто высказал предположение, а может быть, нам и в НАТО вступить? Но нет. В НАТО такая страна не нужна. Нет. Спросите, а чего еще-то? Мы-то считали, что мы уже вот свои, извините, как у нас в народе говорят, буржуинские. Чего еще? Противостояния идеологического больше нет. В чем проблема? Видимо, проблема в геополитических интересах и надменном отношении к другим. Вот в чем проблема. В самоуверенности. Вот в чем проблема. Это абсолютно объективно. Постоянное нарастающее военно-политическое давление приходится отвечать. Я не раз говорил о том, что мы не начинали так называемую войну на Украине. Напротив, мы пытаемся ее закончить. Не мы устраивали государственный переворот в Киеве в 2014 году. Государственный переворот, кровавый, антиконституционный. Где бы ни произошло, всегда мы тут же слышим все мировые средства, подчиненные, ну, прежде всего, конечно, англосаксонскому миру. Так нельзя, это невозможно, антидемократично. А здесь можно. Даже деньги назвали, объем денег, который затратили на этот переворот. Словно привыкли уже. Но образ врага пытаются лепить из всех. Из всех, кто не готов слепо идти за этими западными элитами. Из кого угодно. Из Китайской Народной Республики. В определенных ситуациях, в определенный момент, и из Индии с той же пытались. Сейчас заигрывают, конечно, мы это прекрасно понимаем. Мы чувствуем и видим расклады в Азии. Да, все понятно. Но там индийское руководство, я хочу сказать, самостоятельное. Очень национально ориентированное. Я думаю, что вот эти попытки не имеют никакого смысла. Но, тем не менее, они продолжаются. Из арабского мира пытаются лепить врага. Тоже избирательно, ну, стараются действовать аккуратно. Но, тем не менее, в целом к этому все сводится. Каждый отдает себе отчет, что в международной системе, где царит произвол, где все решает тот, кто возобновил себя исключительным, безгрешным и единственно правым, под ударом может оказаться кто угодно. Просто по той причине, что та или иная страна не понравилась гегемону, потерявшему чувство меры и, добавлю, чувство реальности.